Добро пожаловать на канал Муслим. Сегодня у нас в работе автомобиль Kia Optima. Будем делать полную шумоизоляцию с использованием материалов Comfort Mat. Будем клеить двери в 4 слоя, все остальное в 2 слоя, кроме потолка. В потолке у нас люк. Разобрали салон, багажник, сняли обшивки с дверью. В разобранном состоянии можем наблюдать наличие штатной шумоизоляции в некотором количестве. В дверях по два небольших листа вклеены виброизоляции. И вот тут на полу листы побольше. Соответственно, все это мы будем дорабатывать. Будем дорабатывать свои шумоизоляции. Проклеили в багажнике первый слой. Прокатали нишу, арки. Все прокатано виброизоляцией. Также проклеен первый слой в дверях и на полу. Второй слой также во внутреннюю часть двери. Проклеен материал Integra. Проклеили третий слой на дверную карту, виброизоляцию. Четвертым слоем у нас идет материал шумопоглощающая волна. Проклеили четвертый слой на дверную карту. Материал шумопоглощающий волна. Багажник шумопоглотителем бибетоном и виженом. Также крылья проклеены волной. Арки вижен. Пол в багажник проклеен бибетоном. Пол в салоне проклеили также бибетоном. Дальше нам остается сборка. Собрали в салон, поставили все на свои штатные места. Сиденья, обшивки, стойки. Все аккуратно собрали и в конце все проверили. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Оставляйте комментарии. Всем пока.